Наша нынешняя притча называется «Больной учитель». У одного учителя был достаточно тяжелый, скверный характер. И однажды его ученики пошли на такую хитрость, пытаясь как-то от него избавиться хоть на время от учителя своего. Так вот, каждый из учеников, входя в класс, смотрел на учителя и сокрушенно говорил: «Господи, учитель, с вами что-то случилось? Вы так плохо выглядите, вы не заболели ли?» Учитель был совершенно здоров, но в сердце ему закралось сомнение. Через какое-то время он собрал книги, прекратил занятия и ушел к себе домой. Когда он постучал в дверь собственного дома, и ему открыла жена его, она увидела, что он выглядит совершенно больным. Она тут же, разволновавшись, уложила его в постель и начала как-то за ним ухаживать, лечить. От этого учитель еще больше расстроился и действительно почувствовал себя совершенно разбитым, больным. Болела каждая косточка, каждая мышца в теле, ему становилось все хуже и хуже. И так шли дни. Его ученики, почувствовав некоторую вину и пожалев все-таки учителя, решили как-то исправить положение и исцелить его тем же способом. Они каждый по очереди, по одному стали навещать его. И входя, говорю: «О, учитель, вы выглядите замечательно, вам уже лучше, да?» И действительно учителю становилось все лучше и лучше и лучше. И когда самый старший, последний ученик пришел к нему в гости, он предложил ему прогуляться вместе по улице, чтобы окончательно поправить свое здоровье. Что они и сделали. И на улице каждый встречный, это были не только ученики, но и подготовленные ими люди, знакомые учителя, они все говорили: «О, учитель, вы уже практически выздоровели, как прекрасно вы выглядите, вы даже помолодели!» И таким образом наш учитель почувствовал себя прекрасно и действительно выздоровел. Впрочем, а была ли болезнь?